В Думе молодежи шумно и весело. Там собрались ветераны города на праздник «Мы родом из СССР». Цель мероприятия – создать уютную атмосферу, пообщаться с друзьями и товарищами. Такая будет дружеская домашняя обстановка. Ну и, конечно, концертная программа. Поздравления официальные и концертная программа. В том числе исполнители – это два наших ансамбля, которые входят в наш состав городского совета ветеранов. И плюс организован видеоряд, видеопоказ песен, имеющих отношение к периоду СССР и, естественно, комсомола. На празднике можно было увидеть и выставку, посвященную СССР. Участники приносили фотографии, доставали из комодов старые вещи, паспорта, медали и другое. Ветераны из 7-го микрорайона подготовились основательно и даже надели пионерские наряды. Ну, по тематике, как говорится, пионер всем ребятам пример. На празднике гостям напомнили, что 29 октября исполняется 105 лет со дня образования в ЛКСМ. Все жители России, родившиеся в Советском Союзе, почтут память комсомола. То поколение, которое родилось в СССР, строило свою жизнь, растило детей, работало во благо нашего государства, Союз Советских Социалистических Республик, сделал очень многое. Именно те плоды, которые сейчас мы есть у нас и в промышленности, и в экономике, благодаря вашим усилиям, вашему труду, мы этим пользуемся и до сих пор этим гордимся. Подобные мероприятия в общегородском масштабе организаторы планируют проводить ежегодно. Раньше праздник «Мы из СССР» проводили исключительно на площадках ветеранских организаций. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.